Может, он срезал путь через мир между мирами? Нет, камни не сдвинуты. Бездна Бальдра опасна, брат. И парень об этом знает. Уверен, он сюда не входил. Их не открывали. И тут следов нет. Ну-ка, следы ведут к застывшей реке. Наверное, там он и копал могилу. Думаешь, он пошел упражняться прямо посреди ночи? Я ему посоветовал. Правда? Но с чего бы вдруг? Он горевал. Кратос, знаю, ты стараешься. Брат, у застывшей реки земля мягкая, он бы пошел туда. Проверим, а? Огонь уже затухает. Куда он мог отсюда отправиться?
Здесь он хоронил волка. Он разжег огонь перед псарней. Видать, стало жалко остальных волчат. Он пробрался здесь. Ты спал беспокойнее, чем обычно. Кошмары? Прошлое снится. Почти каждую ночь. А, Греция, да? Сражение? Нет. Фэй, она будто хочет что-то сказать. Только не говори, что снова с призраками болтаешь. Нет. Но это не просто воспоминание. Выражайся яснее, брат. Следы оборвались. И мы тут не одни. Надо проверить защитный пояс. Вон там впереди дерево, да? Оттого и гости. Что же тут было? Медведь растерзанный. Но кем? Другим медведем, но его ранили. Они сломали дерево. Надо найти Атрея. Да, лютые звери, злобные налетчики. Он наверняка искал, где укрыться. Мы найдем его. Иди дальше.
С чего пареньку уходить одному? Мы повздорили. Он сказал, что я прячусь от Одина. И что, это разумно? Ты же убил троих его родичей. И расплачусь за это. Поэтому Атрей должен уметь справляться сам. А, ты о том пророчестве. Ну, то, что великаны нарисовали твой труп на стене рядом с другими точными предсказаниями. Я не верю в пророчество. Да? Славно. Нам дальше не пройти. Да, немало тут крови, брат. Надо найти его. И во что именно ты веришь, Мимир? Я всегда был скептиком. Хоть мы и встречали то, чему нет объяснений, скажу тебе, как умнейший из живущих. Понятия не имею. Куда же делся этот след?
Придется обойти. След ведет на ту сторону. Это здесь лагерь. Я знаю, что ты думаешь, брат. Но Атрей не беспомощен. Ты хорошо его обучил. Он тоже так считает. Поищем другой путь наверх. Факелы. И след ведет в эту пещеру. Ну, тогда мы знаем, куда идти. Думаю, мы сможем войти без шума. Хотя так тоже можно. От этих налетчиков вы спасли волков? Нет. Эти здесь пробыли недолго.
Справа, брат! След ведет туда, вглубь пещеры. Это не все. Налетчик слева!
ничего, пройдет. Ты справишься. Атрей, ты здесь? След ведет наружу. Надо подняться наверх, чтобы следовать по нему. Может, Атрей искал укрытие, увидел налетчиков, пошел дальше, а уже затем тут прошел медведь. Картина боя не впечатляет, надо сказать. Думаешь, медведь шел за Атреем? Ну, а может наоборот, медведь был ранен, и Атрей хотел ему помочь. Ты же его знаешь. Атрей, где ты? Мы нашли медведя, ну или он нас? Ой-ой! Слева, брат! Берегись! Ah!
Что случилось? А ты не помнишь? Я похоронил Фенрира, а потом я не знаю. Мне было грустно. Потом была злоба и страх. Я помню, как бежал, а потом медведь бросился на меня, и я на него. Но это же был сон. Твои эмоции тебя преобразили. Я не знаю, как я это сделал. Ты ничего не делал. Они взяли верх. Вот почему рано бросать тренировки. Мы не знаем всех твоих способностей. Нужна дисциплина, чтобы ты мог управлять ими. Дисциплине ты меня научил. Мне нужно больше, нужны ответы. А их у тебя нет. Их знала только твоя мать. И утаила от нас. Вдруг кто-то мог бы нам помочь? Ответить на наши вопросы о великанах и рассказать про роль Локи. Атрей. Мы бы поняли, в кого я превращаюсь. Атрей! Послушай меня. Я мог тебя убить. Ты не владеешь собой. Мы не станем рисковать зря. Бездействие тоже риск. Ты так сказал. Забудь ненадолго, что ты отец, и подумай, как полководец. Нет! Соберись.
Сюда. Ну, может, поговорим о том, что парень стал медведем? Да, поговорим. Позже. Надо восстановить защиту и вернуться домой. Погоди, а что случилось с защитой? Ты сломал. То есть ты винишь меня? Я не виню тебя, Трей. Да? А судя по голосу... Помимо знаний языков и общения со зверями, есть у тебя какие-нибудь еще волшебные способности? Вроде нет. А Фенрир? А что он? Когда он умер, ты колдовал? Нет, я не... Но я видел свет. Я не понимаю, о чем ты? Хм. Это шуточки Фимбулвинтера. Уж я их повидал. Вспомнил, где... Нет, не туда. Идем домой. Откуда столько крови? Это твоя. Серьезно? Ну или добычи, которую ты тут протащил. От этого спокойнее не стало.
это. Только последствия. Что с ними делать? Ничего. Природа справится сама. Идет буря. Мало нам мороза. Мы почти пришли. Было всю ночь. Пробрались внутрь, пока не было защиты. Жаль, что теперь нельзя выбраться из Мидгарда через храм Тюра. Говорят, Фимбулвинтер затронет все миры. Ясно, но разве может быть еще хуже, чем тут? Свана, тебе не страшно? Храбрая девочка. Молодец. Храбрая. Да, да. Ловко он с ними. Стоило ожидать. Спеки, как ты? Это всего лишь гром. Хорошая девочка. Умница.
Атрей! Я просто их... Спать! Иду. Многовато событий для одного вечера. Хотя, надо признать, мне вспомнились былые времена. Давненько мы втроем не пробирались по неизведанным лесным тропкам. Вернее будет сказать, это ты с нами давно не пробирался? О, ну, я от этого просто устал. Одна охота похожа на другую. Как ты можешь устать, если никогда не спишь? Усталость бывает разная. Сам узнаешь, когда подрастешь. Отдохните как следует, братья. Сами знаете, утро вечера мудренее. Что это? Бери лук! Принес мед. Из меня плохой собеседник. О, нам точно найдется о чем поговорить. Уютно. Сказал бы сразу, что не будешь. Зачем ты пришел?